Крупная железнодорожная авария произошла в четверг в американском штате Нью-Джерси на северо-востоке США. По данным местных властей, погиб один человек. Американские СМИ сообщают по меньшей мере о трех погибших. Пассажирский поезд пригородного сообщения по неизвестным причинам не снизил скорость перед приближением к станции и, сойдя с рельсов, врезался в платформу. Инцидент произошел в городе Хабакене, на противоположном от Нью-Йорка берегу реки Гудзон, в утренний час пик. В поезде находились около 250 человек. Станции был причинен значительный ущерб. От удара обрушились металлические опоры, поддерживающие кровлю. Десятки людей пострадали, многие из них в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Большинство пострадавших находились в первом вагоне, на который обрушился навес станции. Правоохранительные органы выясняют причины катастрофы и не исключают, что она могла стать результатом умышленных действий или как-то связана с терроризмом. Подобные аварии – не редкость для Соединенных Штатов, власти которых часто подвергаются критике за недостаточные инвестиции в железнодорожные сети. Так, в мае прошлого года поезд «Вашингтон-Нью-Йорк» сошел с рельсов в Филадельфии. 8 человек погибли, около 200 получили ранения. В декабре 2013-го в Нью-Йорке пригородный поезд, шедший с превышением скорости, потерпел крушение в Бронксе. 4 человека погибли, 67 пострадали.